Утонули вы? Карась! Изумительный мост! Ю-ху! Даже кино, в принципе, не легче снимать, просто весело. Запомните. Вот, а, сразу... Исторически запечатлено. Инфраструктура. Съемочная группа Карамчи едет на съемки в тайгу. Водитель Андрей Тюкпиеков. Штурман Виктор Сагалаков. Не знаю, как выезжать, блин, трахи, наверное. Андрей, Андрей, ваше, ваше, ваше. Редкий фильм представляет. Леша, кто фашист? Стопы! Приехали. Откуда доехали, до сюда съемки? Ну, все понятно. Машина дальше из Кубинджа. Краску умчалась! Ну, хайпес, компьютер, компьютер надо зашуем. Антон, все забыл? Все забыл, ничего не взял. Молодец. А тут ящик на тащил, Антон. Следующий путь команды Red Key идет пешком в тайгу. Фрай задовольный, прям юрчина, прям смотрю. Машина рахалда. Можно мне машина завернуть? Идем снимать кино. Пути пешком. Третий час уже. Вот. Старшая съемочная группа. Red Key. Видите, на курсистах? Вот это посмотри, крылья. Наконец-то мы добрались до избушки охотника. Ведем прямой репортаж с тайги. Что вы можете сказать по этому поводу, Андрей? Я хочу сказать, интернет врет. А! А! Каков? Сильно крупным планом заужим. Есть в этом смысл? Нету никакого. Ух ты, как темно уже. А все, ты подходи уже, все. А, съест. На сегодня все. Мне понравилось вообще. Мне тоже понравилось. Давайте посмотрим.